Надо сделать. Максим! О, тип, смотри, здоровье. Такую хуйню включил. На 10. Да. Поймали. Да, здесь видишь, под гражданской гонки. И вот стоит. Я думаю, что ты тут водитель. Потому что я агент штаб. Я думаю, что агент, короче, прикрытие. Я сюда сейчас как-нибудь без вину и с новым торсом стоял бы. Я работаю. Не раб. Дима, если бы ты сейчас туда залез, это было бы с катаной. Блядь, я отвечаю. Посадили бы мне где-то на полгодика. Катана-то это холодное оружие. Конечно, мне за штраф на пол дали пиздели, а тут же... Кого не призывать? Он не выйдет, он сын!